привет, с вами Ольга Чернова. Хотя погода у меня плохая, будет слышимость, возможно, плохая, но я не могу не показать вам томаты в тоннеле. Вот сегодня 8 мая, морозы мы все пережили, чувствуют себя они прекрасно. Они даже не пожелтели. Ой, все, сейчас меня сдует. Короче, мы морозы пережили. Все, я очень рада, вам желаю того же, чтобы ни у кого ничего не замерзло. Этот короткий видеоролик просто показать вам, как мы сейчас чувствуем себя после мороза. До свидания.